специалисты задумались о безопасности в сфере компьютерных технологий. Российская компания «Лаборатория Касперского» обнаружила уникальный вирус, который трудно вычислить, точнее, практически невозможно. Вредоносная программа заражает не операционную систему, как обычно, а жесткий диск напрямую, а значит, любые данные, в том числе секретные, практически без защиты. Хакерской атаке подверглись компьютеры в России, Китае, Индии и странах Ближнего Востока. Кто создал вредоносную программу, а главное, есть ли спасение? Вот мнение эксперта. Фактически вирус работал напрямую с жестким диском. Современные жесткие диски, они значительно сложнее. Теперь это сложное электронное устройство. По сути, это компьютер в компьютере. То есть вот, например, управляющая плата. Здесь на контроллере записывается программное обеспечение, под управлением которой жесткий диск работает, ну, в каком-то смысле независимо от компьютера. Вирус смог скрывать определенные области жесткого диска даже от операционной системы компьютера. Соответственно, его не удается найти с помощью антивируса. Его невозможно стереть жесткого диска, потому что сам вирус контролирует операции чтения записи на диск, и обнаружить его можно только по каким-то косвенным признакам. Защититься от таких вирусов обычный человек, пользователь домашнего компьютера, он не может. Его создатели, точнее те, кто его использует, они среди зараженных компьютеров пытаются найти только тех людей, которые им интересны. Досталось всем, то есть это и правительственные организации, коммерческие организации, банки. Создатели вируса постарались создать видимость приличий, то есть если вирус заражает не тот компьютер, он самоуничтожается. Для секретной службы и для МБ такое не характерно вообще. Скорее, это больше похоже на работу, например, французской жандармерии или федеральной полиции ФРГ. То есть европейские правоохранительные органы стремятся, по крайней мере, создать видимость что они не хотят причинить вред честным людям, скажем так. Американцам и британцам такое не свойственно.